Паки Фитум, 170 рублей. Очаровательные листья свинячьего окраса, зелено-лиловые, наверное, скорее всего, с розовым оттенком. Очень красивые, маленькие, свеженькие. Вот этот вообще милашка. У него два стволика. Свежие приехали эхиверии в миксе. Цена 169 с копейками. Очаровательная хоечка Crimson Queen, 1119 с копейками. Вот такие вот биколорные листья очаровательные. Вижу три экземплярчика в зеленых милых горшочках. Конечно же, шинантус еще остался очаровательный, который раз не могу пройти мимо. Хоя Карноза, триколор, 200 рублей. Такие маленькие, миниатюрные, компактные малышки. Яркие, много белого. Розового, конечно, я мало вижу. Вот на этом вижу. Только молодые розовые окрасы имеют. Очень хорошенькие. Я считаю, что цена адекватная. Очень красивые листья у стрелицы. Цветов, конечно, нет. По рисунку они должны быть белыми. Бело-шоколадные или даже лиловые. Вот такой вот красивый побег. 3995, стрелица Николай. Но здесь написано Августа. Есть еще маленький вариант стрелицы Николай, 560 рублей. Эконом вариант. Можно начать с маленького, подрастить. Тоже очень красивые листья. Ну, конечно, огромный экземпляр, впечатляющий. Искусственные цветы из пластика. Я однажды обманулась, думала, что они настоящие. $1200 фаленопсис, и снова дикие коты красавцы приехали. Очаровательные цвета у них, пятнистые, по два цвета носа на каждом. Свежие, хорошие корни. Наверное, из орхидеи они самые интересные на сегодня, хотя есть и другие. Но останавливаться не буду. Это вот очень красивая, сочная по окрасу. 660 рублей. Снова красавцы пират Пикати приехали. Расписные великолепные лепестки. 998 рублей. Обозначен как фаленопсис красный, 660 рублей. Очаровательные орхидеи ярких красивых окрасов. Навскидку трудно даже описать цвет. Красивые очень у них цвета. Просматривается и оранжевые, и фуксия. О бутонах
просто шоколад. Очень насыщенные, яркие окрасы. Очень милые миниатюрные бромелии в миксе. Я вот вижу всего 4 варианта. Очень красивые полосы, цвета, листья. И цена доступная почти что 200 рублей. Очень миленькие. Вижу горшочек, там даже вот 2 побега. Очень хорошие, сочные, молодые растения. Великолепная поставка. И цена, я думаю, для любителя не очень высокая. Есть в оценке за 150 рублей, я вот только что смотрела. 182,5 яркие клептантусы. Свеженькие внизу вижу, немного еще зеленых. 399. Они крупнее, поэтому дороже. Великолепные стапели, кактусы сегодня, звездочки очень милые, розовые, воскообразные. Очень на хоечек похожи, конечно, размер побольше у цветов, а по строению и восковидности очень сходны. Великолепные экземплярчики кактусов стапели. Цена у них 382,5 рубля. Очень милые звездчатые цветы. Ярко-сочно-розового милого цвета. Великолепные кустики. Какие красавцы! Сегодня мамиллярия. Вот это очень интересная форма, необычная. Цена 800 рублей без 1 рубля. Мамиллярия спинозиссима. Они немножко отличаются, и крупные, и высокие, и толстенькие, разненькие. У каждой отличительная закономерность формы, но все великолепные. Вот у этой тоже какой-то извитой ствол, волнообразный. Цветов не вижу. Еще одна очень милая мамиллярия, припорошенная белым налетом верхушки кактусов, розовые цветочки, очень-очень милые, небольшие горшочки, цена 340 рублей. Но большие, конечно, чудесные, необычные, крупные, великолепные экземпляры. Ой, какие же они красивые. 1190, вот такая вот сансевьерия, на которой я чуть не купилась. Оказывается, это просто укорененные листья под углом 45 градусов. А я думала, что какой-то супер-пупер, очень новый сорт зеланики. За 4300 очень милая композиция из 4 вариантов сансевьерий на белой гальке. Белые ракушки в стиле хай-тек, очень мило. Много флорариумов. Интересный круглый. 4999. Много растений.
Тоже достаточно интересная композиция. 1990. Домик в стекле из суккулентов. Очень мило смотрится за 3500. Яркий полосатый грунт из песка крашеного. Много сегодня интересных решений, которые вполне возможно самим воплотить в жизнь. Достаточно посмотреть подсказки флористов. Флорариум на высокой ножке за 2500. Чудесная церапегия. Среди камней и ракушек очень мило смотрится. Интересная очень композиция. Еще один флорариум за 2900. Вот этот, конечно, очаровательный. Много интересных растений. Большой флорариум. Кубическая форма еще один. Цена где-то спряталась. Цена 4900.